А свод попереджвая про складаную лядовую обстановку. На лед многих водоемов зараз выходить небеспечно. На стан лядового покрытия поуплывали особливости надворья. Провалиться можно навод на вонково толстым леде. По даденных освода у Гомельской области лед надеян только на некоторых озерах, у Хойницким и Кармянским районах. А у Брестском регионе, например, уже увели заборону выходу на лед.